Друзья мои, всем здравствуйте! Это программа «Лучшая в Краснодаре». Меня зовут Евгений Бондарь. Вас сегодня ждет много всего интересного, увлекательного. И начнем мы с нашего первого сюжета, а потом вы узнаете, кто у нас будет в гостях. Смотрим? Поехали! Настало время нашей рубрики, в которой мы проверяем на прочность советы из интернета. Если они хорошие, то я советую вам делать точно так же. Если не работающие, то, конечно, мы с вами этого делать не будем. Итак, что нам посоветовали в интернете в этот раз? Как утверждает автор всего ролика, можно из листа А4 сделать открывашку и открыть неопознанную бутылку с жидкостью. Сначала мы сворачиваем лист вот так. Свернули. А пить-то хочется, а нам еще сворачивать и сворачивать. Потом еще раз пополам. Пополам. И начинаем делать так называемые полосочки. Вот так вот сворачиваем. Раз, два. А гости на вас в этот момент смотрят и говорят: вы что, сэр, открывашку не можете купить? А вы говорите: нет. Зачем покупать открывашку, если есть лист А4? Вот эту вот получившуюся у нас будущую открывашку сворачиваем еще раз вдвое. Что-то у нас получается. И готовим. Конечно, консервную банку мы такой бумажкой вряд ли откроем. Ну, по крайней мере, в первые 100 лет будет не получаться. Упираем в косточку большого пальца левой руки, допустим. Какой у вас больше, в тот и упираем. И пробуем открыть. Ну, пальцем больно, бутылка не подалась. Может быть, какой-то лист А4 не тот. Появляется чувство усталости. Не отчаиваемся, если что-то вдруг немного не получается. Главное, что у нас дело-то, в общем, пошло. Слышите шипение, значит, дело пошло. Упираем в большой палец. Беремся как следует и в очередной раз у нас ничего не получается. Кто-то начинает сердиться. Упираем, может быть, другой стороной. Вдруг мы выбрали неправильную сторону. Смотрите, она отогнулась, но она не открывается. Я уже, если честно, пробую открыть руками. В общем, скажу так. Я промучился. У меня не получилось. Как-то крышечка подалась немножко, но до непосредственного открывания дело не дошло. А сейчас дойдет. Не знаю, как вы. Я не выдержал. Попробуйте, может, получится у вас. На мой взгляд, совет так себе. Друзья мои, в гостях у нас сегодня наш большой друг, который совсем недавно, буквально год назад, да, ты приходил к нам? Да, полтора года назад. Да, я представлял тебя как экс-промоутера Формулы-1. Сейчас я тебя уже представляю как экс-директора гандбольного клуба «Кубань». Так точно. Олег Забара, здравствуй. Здравствуй. Скажи, как прошел для тебя год? Отлично, как и все предыдущие. Что самое мощное, крутое, здоровское произошло? Ну, скорее всего, это, конечно, новая любовь. Mm-hmm. Любовь к гандболу, которая появилась в этом году. И все проекты, которыми я занимался, я делал с душой и искренне влюблялся в них. Соответственно, для меня была в этом году любовь к гандболу. А этот год для тебя, скажем так, можно назвать год гандбола у Олега Забары. Да, соответственно, год гандбола у Олега Забары. Хорошо. Для тебя это было чем-то
принципиально новым? Стать директором, воспитывать клуб, продвигать его и так далее? Или ты все-таки увидел нечто похожее с предыдущими проектами? Ну, принципиально новым, конечно, не было. Любой спорт, любой бизнес, в принципе, это одинаковая машина. Mm-hmm. Это команда, это работа, это бизнес-процессы. Поэтому гандбол стал просто как принципиально новым названием этого mm-hmm. бизнеса, ну, этой работы, этого проекта. Насколько тебе было интересно? Загорелся? Я еще раз повторюсь, я не могу быть вовлечен во что-то частично. Если я что-то делаю, то делаю это максимально, с максимальным вовлечением. То есть проснулся с мыслью, заснул с мыслью, проснулся с новыми идеями, пошел реализовывать, и каждый день так оно. Прямо сейчас предлагаю посмотреть наш следующий сюжет, а потом продолжим. Смотрим. Купить квартиру и переехать жить сразу после покупки. Как вам такой вариант? Вы скажете, а как же ремонт? Все уже готово. Хорошие обои, качественная сантехника, керамоплитка, застекленный балкон – все для вашего комфорта. Квартиры просторные, с большой кухней и удобной планировкой. Звукоизоляция отличная, так как сами дома монолитного типа, построенные по всем современным стандартам. Для того, чтобы еще больше убедиться в правильности вашего выбора, вы можете выйти во двор и поговорить с теми, кто уже приобрел квартиру в жилом комплексе. Это площадки очень для детей большие, хорошие. Мне, как маме, в декрете сейчас это очень удобно. Детский сад во дворе жилого комплекса станет еще одним плюсом. Кроме того, вас порадует наличие на территории ЖК магазинов и салонов красоты, а также крупного гипермаркета поблизости. И вот что важно. Если вы купите квартиру в строящемся доме, вас не будут томить ожиданиями. Все дома сдаются гораздо раньше сроков. Выбор за вами. Переезд в новую квартиру сразу после покупки – это реально. «Стройэлектросевкафмонтаж» предлагает приобрести квартиру уже с ремонтом в жилом комплексе «Восток». Покупай и живи. «Стройэлектросевкафмонтаж». Телефон 992-05-45. Олег Забара, экс-промоутер «Формулы-1», экс-директор гандбольного клуба «Кубань», стартапер у нас сегодня в гостях. И сейчас разговариваем о социальных сетях. Может быть, ты дашь какие-то простые советы обычным пользователям, ну, таким, как я, например, социальных сетей, о том, чтобы сделать свою страничку популярней, что нужно, и зачем это нужно? Ну, во-первых, зачем это нужно? Затем, чтобы обратить на себя внимание. Любая реклама – это обращение внимания на себя, ну или на свой бизнес, да, свои услуги. Соответственно, что нам дают социальные сети? Самое простое, что использует на данный момент мелкий бизнес, это, ну, вас нельзя называть соцсети, поэтому я скажу, это лента фотографий, которая есть, да? Ага, хорошо. Соответственно… Вот это социальная сеть с лентой фотографий. Да. Непонятно, о чем пока. Да, на букву «И». Соответственно, что используют там самым простым способом? Это масс-лайкинг, масс-фолловинг. Как это работает? Вы заходите в эту сеть, видите, что на вас кто-то обратил внимание, то есть лайкнул вашу фотографию, лайкнул, это значит, сказал «нравится». Ну, конечно. И добавил вас друзья. Соответственно, вы заходите, люди, не знаю, к счастью или к сожалению, все-таки эгоисты. И все, что происходит по отношению к ним, это их интересует. Заходят, смотрят, обращают внимание на ваш контент. Контент – это то, что у вас… Содержимое вашей ленты в соцсети на буквы. Да. Обращают внимание, возможно, им это неинтересно. Но это работает как баннер на дороге. Люди проходят, смотрят, и те, кому это интересно, обращают внимание и, соответственно, становятся вашими клиентами. И если вы обычный простой пользователь, вам это зачем? Для привлечения к себе внимания с вашей аудитории. Хорошо, вопрос такой. Могу ли я создать свою страничку в этой самой ленте и начать с этого какой-то бизнес? Но начать бизнес нет. Бизнес нужно начинать с физического бизнеса, да, то есть что вы будете реализовывать. А это всего лишь инструмент маркетинга. Маркетинг – это то, что доводит покупателя до, ну, скажем так, вот есть три основные блока любого бизнеса. Маркетинг – это человек о вас ничего не знает и доходит до двери, допустим, вашего ресторана. Продажи – это после того, как он зашел в ваш ресторан, до оплаты ваших услуг, вашего, скажем, продукта.
И третья составляющая – это сервис. То, как качественно вы ему преподнесли те или иные блюда. Соответственно, если три блока у вас работают качественно, вы получаете повтор этого клиента обратно. Если что-то где-то не работает, то клиент на какой-то этой стадии отваливается. Соответственно, чтобы к вам человек зашел, вам нужно из ничего создать этого человека. И для того, чтобы он к вам впервые обратился, необходимо заниматься, естественно, маркетингом. Какой он у вас будет? Это он может быть разным. Может, вы повесите баннер на дороге. Это одна целевая аудитория. Может, вы сделаете рекламу на радио. Это работает в совокупе. Не может быть такого, что мы только занимаемся интернетом. Интернет – это одна из частей работы. Как вы знаете, в рекламе очень важно иметь 60 обращений к бренду, чтобы его хотя бы запомнили и проявили к нему некоторое доверие. Соответственно, маркетинг в интернете дает вам еще одну контактную площадку. Так же, как и радио, телевидение и все остальное. То есть минимум 60 фотографий нужно. Ну, это статистика, чтобы... не 60 фотографий. Перед одним человеком, скажем так, вот смотрит человек ленту, пролистывает ваши 60 фотографий подряд, оп, и запомнил. Нет, немножко по-другому. 60 разных обращений, то есть с разных источников. Я понял. То есть как бы смотрит одну фотографию, тут вы уже за ухом ему что-то тут говорите. Тут вам кто-то сказал про это заведение, кто-то по телевизору увидел, тут баннер. Соответственно, все, что мы покупаем или получаем какие-либо услуги, мы всегда боремся со своими страхами. Это правило. Соответственно, для того, чтобы нам их побороть, нам нужно убедиться в этом. И человек может убедиться, когда ему несколько раз советуют. В этом случае реклама выходит как советчик. То есть он увидел один раз, второй раз, третий, и у него постепенно формируется некоторое доверие к продукту. Сейчас время следующего сюжета. Смотрим. Ваша квартира срочно нуждается в новой кухне? Теперь вы можете собрать отличную кухню своими руками. При этом вы получите высокое качество, но и сэкономите деньги. Для этого используйте кухонные модули. Это просто как детский конструктор. Вам предлагается широкий ассортимент модулей в 5 цветах. Останется только выбрать нужный. Затем решите, какая столешница подойдет именно вам. Это может быть влагостойкая столешница, облицованная пластиком или из акрилового камня. Следующий этап – выбор фасада. Здесь вариантов масса. Крашеные, шпанированные, либо из пластика, а можно и на итальянский из массива замахнуться. Тем более, что выбор цвета и моделей огромен. Выбрали? Ну что ж, вам останется только купить необходимую фурнитуру и комплектующие. И все это можно найти в одном магазине, так что вы не потратите лишних сил и времени. Продавцы-консультанты помогут вам разобраться в деталях во время покупки, и ваша кухня станет именно такой, о которой вы мечтали. Тем более, что магазин работает без выходных. Компания Юмаком предлагает новинку – кухонные модули. Собери свою идеальную кухню. Модули, фасады, столешницы и фурнитура – все здесь. Качественно, удобно, недорого. Юмаком – 8-961-503-3015. Олег Забара пришел к нам в гости, разговаривает со мной обо всем. Олег, мы с тобой говорили о рекламе, говорил, что она формирует доверие у человека. И вот вопрос, всегда ли нужно доверять, в каких ситуациях не нужно, скажем так, попадаться на эту удочку и как-то для себя понять? Конечно, всегда в рекламе может быть некачественных товаров. Нужно применять определенное айкидо. Допустим, есть компании, которые занимаются сетевым маркетингом, и они основаны больше на такой схеме пирамиды финансовой, да? Соответственно, вовлекают они очень грамотно, используют разные технологии психологического воздействия. Когда к вам приходят и говорят, ну вы же знаете, это же общественное мнение, оно общепризнанное, вы же хотите зарабатывать много, вот сразу пытайтесь отстраняться от этих тем, потому что такое вовлечение, как правило, приводит к покупке ненужного продукта, товара, услуг там, и тому подобное. Лучше все-таки узнать побольше об этом товаре. И никогда, ну, мое мнение такое, никогда не ведитесь на предложение зарабатывать, ничего не делая. Такого не бывает. Никогда? Никогда.
Ну, может быть, в порядке исключения. Я вам скажу, даже в порядке исключения, если мы говорим, что там есть люди, которые ничего не делают, и они все-таки зарабатывают много, поверьте, когда люди много зарабатывают, они делают еще больше, потому что у них появляются вопросы безопасности, появляются вопросы хранения денег, там тех же, да, там много вопросов. Поэтому ничего не делать никогда не получается. Большие деньги, большие проблемы. Друзья мои, ну вот, даже если у вас много денег, вам реально... Реально ведь появится вопрос, кто их будет охранять. Конечно. И вас в том числе. И вас в том числе, да. И вряд ли вы кому-то это просто так доверите. Хорошо. А как понять, можно ли понять по рекламе, качественный или некачественный товар? Ну, во-первых, еще раз, это общение с людьми, которые его производят. Второе. У нас сейчас у всех есть интернет. Посмотреть, какое есть общественное мнение, реальное по этому продукту. Отзыв. Да. Во-вторых, у многих продуктов есть какой-то тестовый период. Можно ли сделать возврат, если это там, мы говорим о каких-то вещах? Мы всегда возможен, потому что у нас есть закон о защите прав потребителей. Соответственно, если все это в совокупе дает вам уже положительные эмоции, да, можете это делать. Если вы сомневаетесь, то лучше перепроверьте. Сейчас, к сожалению, очень много компаний, которые зарабатывают на, скажем так, незащищенных слоях населения в плане не только финансов, а просто каких-то элементарных знаний. Человек просто не понимает, что он делает, ну, не до конца понимает, да, и попадается на удочку. Ну, как это было ранее, вот... Многие там делают, допустим, сайт. Да? Как он делается? Половина людей не знает, как это работает система, что происходит, как это должно продвигаться и так далее. Поэтому для людей, не знающих, многие компании продают это задорого. Хотя на самом деле себестоимость этого продукта очень низкая. То есть, друзья мои, если вы не хотите обмануться, если я правильно понял, досконально изучите предмет вашей покупки, отзывы, а лучше, наверное, еще и пообщаться с тем, у кого он есть уже. Ну, либо быть готовым потерять эти деньги, которые вы тратите. Либо быть готовым потерять деньги. Смотрим сюжет. В жизни каждой девушки случается такое событие. Представьте, вы стали невестой и порадовали этой новостью ваших друзей. Что они сделают? Настоящие друзья сразу же займутся организацией вашей свадьбы. Они моментально предложат вам подходящее свадебное платье. Вы точно останетесь довольны. Конечно же, с рестораном друзья тоже разберутся. Они в этом мастера. Выбрать для вас нужный из тысячи для них не проблема. Ваша лучшая подруга быстренько станет профессиональным флористом и сразу займется декорированием свадебного зала. Как раз в это время один из друзей подберет самых ярких артистов. А ведущего вообще искать не станут. Один из ваших друзей и так известный ведущий. Короче, все они сделают идеально. Вот вам повезло с друзьями, да? Все это может стать правдой только в том случае, если ваши друзья – профессиональные свадебные организаторы. Может, пора уже завести таких друзей? Агентство событий «Друзья». Организация вашей свадьбы – наша работа. Доверьте вашу свадьбу настоящим друзьям. Звоните 242-98-22. Олег Забаров в гостях. Разговариваем обо всем. Олег, что касается бизнес-проектов, тут понятно, тут тебе интересно. Что касается социальных проектов, имеющих какое-то важное для тебя, скажем так, социальное решение каких-то проблем. Есть ли мысли по поводу таких вещей? Ой, вы знаете, прям не ожидал этот вопрос, но у меня есть на него хороший ответ. Недавно у нас на улице установили светофор, который мы добивались там 6 лет. Да, это там не грандиозное какое-то событие, но тем не менее у нас там аварии происходили минимум 2 раза в неделю. И добивались мы его, какими только способами не добивались. Вот, кстати, вернусь вам по соцсетям. И практически
привлечь к себе внимание помог вот как раз-таки И-сеть. Угу. У нас была заведена отдельная... Заведена отдельная страница, и там мы выкладывали постоянно видео ДТП, которые происходили на этом перекрестке. Один из телевизионных каналов, тоже не буду называть название, показал, сделал сюжет, после чего на него более пристально обратила внимание администрация города. Тем не менее, прокуратура дала небольшого пинка, и светофор на данный момент уже стоит. То есть вами была создана страничка перекрестка? Да, страничка перекрестка. Как бы сама дорога, пробила себе путь к светофору. Естественно, применены были все способы продвижения к этой страничке, чтобы эта страничка не просто была, а к ней привлекалось постоянное внимание. То есть SMM-технологии работали все полностью. Но результат есть. И это как раз-таки, я скажу, социальный продукт получился. Да, это был продукт, который не важен был с точки зрения бизнеса, это было важно с точки зрения людей, которые живут и, там, в этом районе и пользуются этой дорогой и постоянно мучаются на этом перекрестке. А теперь эта страничка с улыбающимся перекрестком и светофором? Вы знаете, мы ее просто, так как она в себя впитала очень большое количество подписчиков, сколько? Просто порядка 7 тысяч. Мы переименовали ее под Пашковка Ньюс и выкладываем там просто информацию о Пашковке. Мало ли, может быть, он пригодится для продвижения еще каких-либо полезных социальных продуктов именно для этого района. Есть мысли какие-нибудь следующие социальные вещички? Мы мысли принимаем прямо на этой страничке. То есть можно предложение выразить? Да, мы принимаем там фотографии, выкладываем о событиях, происходящих в этом районе. Соответственно, есть предложения какие-то типа нашего перекрестка. Мы все это делаем, да. Прекрасно. Прямо сейчас смотрим сюжет. Друзья мои, помните, что привлечь внимание даже к каким-то проблемам вы можете, в общем-то, самостоятельно, всего лишь проявив фантазию, скажем так. И труд. И труд, и настойчивость. Смотрим сюжет. О том, какая реклама эффективнее, можно спорить очень долго. Ясно одно – чем заметнее реклама, тем лучше. Сегодня поговорим о городских светодиодных экранах. Для начала нужно выяснить, что же все-таки эффективнее – разместить видеорекламу на светодиодном экране или же статическую на билборде. Конечно, многое зависит от самой рекламной кампании, но когда речь идет об экране в самом центре города, думаю, здесь ответ очевиден. На такой экран обращают внимание как пешеходы, так и водители. Что касается самой рекламы на светодиодных экранах, то они привлекают в 5-6 раз больше внимания, чем статичные носители, и значительно дольше его удерживают. Наверняка и вы согласитесь, что видео так или иначе гораздо привлекательнее статики. Иначе изображение на обложке фильма было бы смотреть интереснее, чем сам фильм. К тому же реклама на светодиодных экранах зачастую дешевле, что тоже немаловажно. Конечно, лучший способ проверить эффективность рекламы на экране – это разместить вашу рекламу на экране. Я попробовал, мне все нравится. Хотите сделать вашу рекламу максимально эффективной? Разместите ее на светодиодном экране в самом центре города, и вы не останетесь незамеченным. Телефон рекламной службы 2-516-616. Друзья мои, наша программа подходит к своему логическому завершению. В гостях у нас сегодня был Олег Забара, за что ему большое спасибо. Олег, прямо сейчас чего-нибудь всем краснодарцам пожелай. Ну, помимо стандартного там любви, счастья, здоровья, хочу вам пожелать хорошего отношения к своим близким, не только тем, которые вам относятся родственниками, знакомыми, приятелями, там, коллегами по работе, а просто к людям, которые вы не знаете даже. Потому что они, в принципе, такие же родственники могут оказаться вам, или знакомые, или приятели в будущем. На Кубани. Да, но чем лучше мы будем относиться друг к другу, тем лучше будет качество жизни у нас, как у горожан, как у россиян. Поэтому любите друг друга. Удачи всем. Пока.